Девчонки, всем привет! Сегодня у меня небольшой обзорчик моих вязаных игрушек за последнюю неделю, которые я успела связать, так как я тут готовлюсь к новой ярмарке. Не помню, рассказывала я в прошлом видео, нет, по-моему, говорила, что я собиралась на ярмарку. 15 сентября у нас была ярмарка, мы с девчонками собирались, но что-то нас мало собралось, и мы собирались в небольшом, даже в маленьком торговом центре. Но продажи были, ну, по крайней мере, у меня, я про себя говорю лично, что продажи были. Я продала, по-моему, 5 игрушечек. А 2 маленьких продала я, зайку с мишкой, совсем такие маленькие, там по 15 буквально сантиметров. И продала я барашку, мишку в шапочке и слоника голубенького из пряжи, которая плюшевая у нас. Хималая Долфин Бэби, по-моему, я вязала. Ну вот, я сегодня у нас ярмарка. Я, как обычно, тут решила снять видео перед ярмаркой. У меня тут связались немножко игрушек, потому что времени особо не было, но все равно я связала хотя бы несколько игрушечек новеньких. Ну вот, поеду. Ну и решила снять видео, показать игрушки, потому что мало ли вдруг какие-то из этих игрушек продадутся, а я вам их не показала. Ну, давайте начнем. Я сегодня буду, девчонки, только просто показывать игрушки и говорить, из какой пряжи я их вязала. Не буду показывать я ни номер этой пряжи, потому что сейчас нет у меня времени искать, потому что мне через час уже выезжать надо из дома, а мне еще, в принципе, еще собраться надо. Ну, давайте начнем. Вот такого мишку я довязала. Я вам показывала, по-моему, в прошлом видео, что я его вязала. Вязала я его из пряжи Ярнар Дольче розового оттеночка. Вот такой вот мишутка у меня получился. Сделала ему бантик красненький. Вот здесь еще надо отгладить. Вот такой вот мишутка получился. Также я доделала амняма. А там у меня получился большой, потому что я вязала его из двойной ниточки. Вязала я из пряжи Ализе Бэби Вол номер 612. Вот это, кстати, единственная пряжа, которую я запомнила, потому что я ее очень долго искала у нас, когда у меня был недовязанный. А в этот раз я глазки сделала из пряжи. Это у меня пряжа Картапу Холла. Зубки тоже из Картапу Холла белого оттенка. Красный я не помню. Вот такой вот у меня амнямчик получился. Далее я в прошлом видео показывала, что я вязала маленького зайку. Вот я этого зайка, кстати, продала. Я вязала по мастер-классу в Инстаграме. Девочка там скидывала, то есть, этот мастер-класс. И, ну, мне зайка, в принципе, понравился. Вязать, в принципе, довольно-таки быстро и легко. Но я хотела попробовать не только зайку, думаю, дай-ка я свяжу мишку. Как раз у меня был коричневый цвет. Вязала все я из Ярнар джинс, только вот сама мордочка у меня из Ализе Софти беленькая. И получились у меня вот такие вот мишки в розовеньком платьице. Просто я также вязала все одинаково, просто сделала мордочку и сделала вот ушки другие. Потом в желтеньком платьице вот такая вот тоже мишка. И в голубеньком платьице такая вот мишутка. Вот, получились у меня 3 таких мишки. Также я по этому мастер-классу вязала маленько из другой пряжи. Акриловый. Это у меня Карапуз Эко. То есть она идет побольше. И у меня вот получился вот такой вот зайка. По сравнению сравнить. Вязала по одной и той же схеме. Просто пряжа маленько толще. И получился вот такая вот зайка. И последнее, которое я вязала, тоже вязала по этой же одной схеме, только я вязала из Картапу Элеганс и Ярнард Велюр. Она тоньше идет, эта пряжа. И вот можно сравнить. Это все одна и та же схема, только я связала вот такую вот мишутку. Мишки мне как-то больше нравятся. Вот такие вот получились у меня игрушечки, девчонки. Это все игрушки, которые я связала за неделю. Съезжу на ярмарку, постараюсь что-нибудь снять для видео, покажу, как у нас, может, ярмарка проходит. Хотя, мне кажется, у нас там народу немного будет, потому что у нас ярмарка была большая. Это у нас на день города было в конце августа. И
Я на эту ярмарку не попала, так как я заболела, слегла с температурой. Ну, думаю, что на эту ярмарку хоть схожу. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.